Доброе утречко, доброе утречко всем. Ой, какая милота, ой, какая красота, да? Айте, кто хвостом машет так? Всем доброе утро желает ребенок. Ой, ты маленькая, хорошенькая, хвостик какой, какая худенькая девочка. Да, в мамочку пошла стройности, не в папочку широкая, а в мамулечку худенькая, стройненькая. Так, как ты будешь? Такая же красоточка. А что, завтракать пора? Она там унюхала, у меня там тарелочка стоит, вкусняшку, да? Ну, эти колесенька, покажи свою красивую мордельку. Вот она, ушки на макушке, хвостиком виляет красота. Ну что, завтракать? Утро нужно начинать с завтрака, особенно таким маленьким, красивым девочкам, да? Ну-ка, нюка, кусить. Курочку кушает отварное бедрышко, без шкурки, без жирочка, только чистое мяско. Потому что если не Луська может, там уже хрящики кушать, еще что-то, то вот этой козявочке еще, конечно, рано. Да? Конечно, нужно плотно подкрепиться с утра, хорошо покушать, чтобы весь день играть, озоровать, бегать и скакать. М? Да ведь, малышка наша? Красоточка такая. Ой, а хвост-то прям маленький пропеллер. Маленький красивый пропеллер. Когда их было трое, Милуська на них рычала и у них еду подъедала. А вдвоем кушает прям спокойненько. Иногда бывало на детей на своих как рыкнет, как гаркнет. Прям суровая мать-мать. Ты давай со своей стороны кушай, дочке-то не мешай, миленькая. Поэтому все равно, конечно, слежу, контролирую, чтобы все покушали, никого не слушали, да? Милота вы наша маленькая. Ну, малышка, прям тьфу на нее. После прививочки, как бы я ни переживала, а чувствует себя хорошо, не так болезненно перенесла, как какие есть предостережения от врачей. Да, малышка, чуть-чуть прихрамывала, это было, лапку подволакивала, чуть-чуть было. А так самочувствие замечательное. Ну и мы всем желаем вкусного, конечно же, завтрака. Милуся, вот почему я говорю, нужно следить. Вот эту мамку чуть-чуть отгонять иногда. Иногда забывается что-то мамулька. И порыкивать начинает. Разве ж можно? Ты же мать. Рычать она еще вздумала. А ты что наелась, милота? Уже играться надо, уже играть, озоровать надо. Ой, ты красоточка наша маленькая. Да, ай, облизывается ребенок. Да чего ты хороша, наша маленькая мыша. Да, все кусики она делает чудо. И это уже ведь наелось уже все. Но что-то нужно выбрать. Дальше, видимо, вкуснее она думает. Ну и мы всем желаем доброго утра, хорошего настроения. Хвостиками машем вам, да? Всем чудесного денечка!